Итак, продолжаем тему нашу о эгоизме нашем. Такую животрепещущую для всех тему, которая всех касается. Все друг с другом дерутся, грызутся, спорят и все такое. То есть эгоизм, да? А это значит я. Обратно на графически показываем, вот оно я наше. Вот оно я, значит. И оно у нас в центре внимания, в центре таком внимания абсолютном. Мы это все наше. Вот, делаем вот так вот его. Это значит наша тема. Я, эгоизм. И как мы уже говорили, существует два варианта в нашем таком большом мире, виртуальном, так сказать, виртуальном мире идей существует два варианта. Один вариант — это когда существует наше я и оппозиция ему существует, значит, второй круг сразу сделаем вот такой вот, оп, здесь так, не я, ну здесь синее будет не я. И вот они между собой постоянно бодаются, меняются местами, вот. И я и не я, значит, в чем разница, в чем суть? Суть в том, что современный мир поделен на две части, как уже говорил, да, это материализм, научный материализм, который нам говорит о вот этом существование такой темы. Вот я — это человеческое тело. То есть по-научному мы, значит, олицетворяем себя. Я — это тело. Вот. А не я — это вот это ты. Не я — это ты. То есть другой объект. И получается, что я — это вот ограничение. Человек ходит в таком коконе, и если там свобода личности проповедует, ему еще по голове, по мозгам проехались, то он ходит такой ограниченный в себе, и тут таких миллионы таких ограниченных в себе ходят, свободные, пока не соприкасаются с другими я. И тут начинается самое интересное, когда начинается между я и не я стычки. То есть каждый человек говорит тысячу раз в день я, не замечая этого. А в то же самое время противоставляя, что существует Надя, Майя, мама, Катя, папа. То есть не я. Вот. Второй вариант у нас говорит о том, что я — это сознание. То есть я — это сознание. Сознание — что такое, опять вернемся? Сознание — это общее соприкосновение или соприкосновение я с чем-либо. Я прихожу в сознание ото сна, открываю глаза, вижу стену, появляется сознание. Я соединяюсь с объектом своего видения. Я соединяюсь со стеной хотя бы, да? Или же вижу кого-то и соединяюсь с ним сознанием. Лучше другой вариант, более такой интересный, так сказать. Это когда с собачкой хорошее взаимопонимание, у нас собачка нас слушает и выполняет команду. Я говорю, сядь, и она садится. Это значит, что у нас общее сознание, общее понимание. То есть вот как действует сознание. Даже если собачка тебя не понимает, но она тебя видит, это уже тоже общее сознание, но, так сказать, в усеченном варианте. И вторую часть, так сказать, вот этого «я», где то же самое присутствует и не я, религия не лишена религии, да? У религии есть духовность, так называемая. И считается, что истинное я уходит после смерти куда-то в рай или куда-то в ад, в небеса или в пекло. Вот. Но в то же самое время религия, так как все получают образование, она тоже подвержена я не я, но с настройкой у нас есть такая духовность, которая, так сказать, вот говорит о том, что я — это наше сознание. А значит, если у нас есть сознание, тогда мы своим я, все, что мы видим, все, что мы слышим и ощущаем, да, прикосновение, все, или даже мыслим, или куда-то в воображение уходим, это все является нашим я. То есть сознание безгранично. Оно не ограничено, оно ограничено, может ограничиваться только нашим воображением и нашими фантазиями. На примере, да? То есть в реальной жизни камень может быть огромный и большой, или автобус. И мы его не сможем поднять. Ну, в нашем воображении, в нашем сознании, мы спокойно можем этот камень поднять и закинуть его далеко-далеко. То есть вот пример того, что называется неограниченное сознание. То есть ничем не ограничено. Если мы в сознании говорим с ним или во сне, или где-то в воображении напрягаемся, поднимая камень, то мы сами себя ограничиваем, ну, так бывает. То есть ограниченное самоограничение, так сказать, сознания материальными шаблонами. То есть если в материальной жизни есть шаблон такой, что ты не можешь поднять, то и
в своем воображении люди обычно поступают так же. Хотя, бери, пожалуйста, как очень интересно в этом отношении китайские фильмы, вот это кунг-фу, когда мы видим, когда вот эти мастера разные летают там, делают такие чудесные вещи. Так вот, это говорит о том, что пытаются таким образом показать, что наше сознание не ограничено, воображение, фантазия не ограничена ничем, только вот в реальной жизни мы ограничены физическими рамками. И что же, как себя человек, вот эти две системы, да, одна материалистическая, которая говорит, что я это тело, и тут существуют тысячи не я, и даже предмет вот этот, как мы уже говорили, да, для материалиста это не я, потому что это фломастер, это маркер. А вот для тех людей, которые, для другой части, которые понимают, что я это наше сознание, все сознание, все, что входит в него, это я. То есть это наше воображение, наше видение. Вот я смотрю на вас, и это я все, потому что я вижу, вы видите меня, это ваше воображение, это ваши все реакции, ваши чувства. То есть не только сознание, я и чувства, чувственный механизм, наше чувственное зрение, слух, обоняние, осязание, это тоже входит в это понятие я, то есть неограниченно. И вот давайте посмотрим, еще раз разберемся таким образом, чтобы ну, как бы закрепить понимание, что, в чем преимущество вот этого второго, будем сказать, духовного понимания слова «я». То есть, когда я говорю «я», ухожу в себя, то есть в себя, ну, это очень, очень как бы придуманное такое, ухожу, я ухожу в себя. То есть мы видим все, а уходим как почему-то в себя, в свои галлюцинации мыслительные, то есть крутим свое кино. Да? И оно порой такое страшное, только из-за того, что ну, картинку увидели, и так из-за забора выглядываем из своей скорлупы, что там не я делает, и там ах не я, и тут угрызение совести. В общем, много-много разных этих самых, как сказать, называется это, фобий у человека за жизнь насобирается, особенно с детства. И этот человек вот это все кино постоянно крутит. То есть это называется эгоизм. То есть вот эгоизм – это болезнь вот этого материалистического общества, которое допускает, что существует я, ограниченное телом, и не я. То есть у науки нет, человек не имеет виртуальности, и мысль не материальна. То есть не может никто доказать, значит мысли не летают. Вот. А у идеалистов, как они называются, а как мы говорим, людей, живущих в сознании, сознательных людей, естественно, что существует биологический интернет, и все живые существа соединены вот в этом пространстве, и информация передается от человека к человеку. Для примера, скажем, многие, когда приходили к кому-то в гости, они им говорили, да, о, тысячу лет жить будешь, так туда-сюда, только что о тебе вспоминали. А все просто, мы идем, наша мысль направлена, внимание туда, куда мы идем, на того человека, и мы совершаем вниманием звоночек в его сознание. Он отбирает образ, если не занят какими-то очень важными делами или эмоционально там у него там, но все равно этот образ наш проскакивает обычно, поэтому вот так случается. С эмоциями, то есть это тоже эмоции и чувства мы их называем, да, чуть сложнее, потому что они, если мысль это как песчинка маленькая, вообще очень маленькая, и она имеет свои мегабайты, но она летает очень без ограничений практически временных, быстрее света. Вот. А вот эмоции, они вот такие вот арбузы, апельсины, поэтому тяжело их передавать через пространство, и обычно люди принимают эмоции друг у друга через глаза непосредственно, излучения такие идут, вот, глаза в глаза. И вот это такой, наиболее такой способ передача этих эмоций междулюдских. Поэтому, когда мы видим людей, которые боятся смотреть нам в глаза, мы понимаем, что они опасаются того, что может им прилететь от вас. Они не знают, что в вас сидит там страх, сидит злость, зависть, ревность или эгоизм крайний. Поэтому они лучше от греха подальше, нафиг мне эта информация. Потому что если у вас есть страх и люди глаза в глаза встретились, то переходит эта информация, этот страх переходит к вам, вы его чувствуете, но вы не понимаете, откуда он пришел. Поэтому вы боитесь, соответственно, вибрации. А того, чего человек не понимает, он боится. Это обычно. Там это любая эмоция может быть такой. Вот. Поэтому, кстати, лучше всего научиться чему-то у фанатиков. Если вам в жизни попадется какой-то фанат рок-музыки, который вот настоящий фанат, и вот он такой вот весь аж рок, послушай, как он играет,
И вы с ним садитесь, эту музыку слушаете, только в глаза встретились вас, и вы почувствовали его кайф, если он настоящий, да? И тогда вы тоже, оно просто перешло напрямую. Так же и с классической музыкой, так совсем. Ну и другие вещи тоже таким же образом передаются. Так вот, давайте сейчас посмотрим или вообразим себе, как чувствует человек, у которого отсутствует понятие «я» и «не я». Тот человек, который не ограничивает себя только с физическим телом. «Я» – это то, что думает, а тело – это то, что ходит. Мое тело, я имею свое тело. Вот так скажем, да, я имею свое тело. И вот я могу делать с этим телом все, что захочу. Скажу ему присесть. Раз, не хочешь, ах ты так. И там, и оно начинает садиться. Или говоришь, какое ты сильное тело мое. Оно сразу понимает. То есть нужно понимать, что тело это животная функция, которая не имеет так называемого интеллекта. И интеллектом мы можем этим телом манипулировать. Ну, нормально, как мы манипулируем собачкой. Также можем манипулировать телом. Это только для тех, которые понимают, что они являются сознанием или душой, как это самое. Это такие вопросы спорные, что есть душа, что есть сознание. Много копий на этом сломали вот эти философы, размышляя об этом. Но мы не будем этого делать. Есть наша виртуальная часть, общая такая, да, индивидуальная, так сказать. Все же индивидуальность присутствует. И давайте представим, как чувствует себя человек, у которого нет понятия «не я». Нет противопоставления, представляете, вот как... Значит, он принимает все, что видит и слышит, чувствует за свое. Да. Он принимает это все за свое. Но здесь, понимаете, смысл в том, что мы же приняли эту информацию, то есть мы можем понимать взаимодействие это на интеллектуальном уровне, да? Приняли сейчас, в данный момент, что существует такой момент, что мы уже это знаем. Не просто появился какой-то святой человек, который ходит, видит все, у него нет эгоизма, и вот он не понимает, что есть не я. Ну, это такой, можно сказать, глупый святой, или просто юродивый, или еще какой-то. То есть человек такой вот, ну, интеллектуально неподкованный, то есть не мудрый. Если духовность или сознательность предполагает определенную мудрость, то тогда человек осознает все, что происходит. То есть я вот как сейчас вам схему дал, вот эту, да, что не я не существует. А это значит... На уровне вот этом существует, можно так назвать, нет эгоизма, нет проблем. То есть, если у тебя нет, если не существует не я, дуализма, тогда у тебя разделение с этим миром пропадает. У тебя, ты уже не считаешь, что вот это не я. Все, что видишь, я. И все. Дальше, как себя человек чувствует? Что у него возникает вообще? Вот представьте себе, что все, что ты видишь, это я. Котенок, что это значит? Вот ты смотришь на меня, и это твое видение. Еще раз повторим, как это слово звучало? Все, что ты видишь во мне. Это не я, это ты. Все, что ты видишь во мне, это не я, это ты. То есть мы используем вот этот язык для того, чтобы обрисовать то состояние, как бы, что это ты описываешь меня. То есть мы здесь вот так как бы в щелочку просматриваем вот этого абсолютного состояния, когда отсутствует эгоизм. Когда ты идешь и все, что видишь, и сопротивление пропадает. Просто нет сопротивления ничему. Ни человек, ни что-то. Если все я, то все просто. Просто внутренний диалог пропадает. Можете себе представить? Из-за осознания этого пропадает внутренний диалог, потому что мы разговариваем только для того, только потому, что внутри себя, в мозгах, только потому, что существует вот это понятие «не я». И мы ведем диалог этот, кто-то с нами ведет диалог, не будем углубляться, кто, потому что это из области психиатрии, да? Если человек с кем-то разговаривает во сне, кто-то приходит, и к нему какое-то существо, ему что-то говорит, как ему делать, руководит им, и человек, да, вот, это самое, это психиатрия. А у нас вот, смотрим, и может мы маркер. Я вижу маркер. Но все равно я существую, да, я. Это состояние отсутствия внутреннего диалога. То есть он не нужен, он пропадает надобность. Ты видишь все. И тебе не нужно описывать то, что не я. Ты видишь, этого достаточно. Вот в чем прикол. Это на Востоке это есть различные уровни
уровни развития человека, когда его поднимают из просто обычного мирянина, который сеет, пашет или что-то делает, или даже профессора такие умные, разумные, они такие считают себя кем-то там, философы охрененные. И вот они очень много знают и много говорят, но они запутываются в этих словах. Они запутываются только из-за того, что у них есть вот это противопоставление «я» и «не я». А когда все является «я», человеку не нужно описание. Для себя самого ему не нужно. Он просто не понимает смысла и надобности этих описаний. Все, что он видит, я. Я смотрю на, вот, на стену. И могу смотреть на нее. Я даже не говорю, что это стена, да, на дерево там, для стена. Это. То есть люди, достаточно понимания обычного. И вот пропустил этот момент на Востоке, да, когда разные уровни... Разные школы. Первый, второй, третий класс, как называется. И вот первый класс, это когда человеку говорят, что, знаешь, человек, что-то не так у тебя тут с головкой. Почему у тебя не так с головкой? Ну, потому что вот так живешь, что постоянно какие-то проблемы у тебя, межличностные проблемы. Есть хоть один человек, у которого есть нету межличностных проблем? Да нет, не существует таких людей. Если они только не умалишенные, сами в себе аутисты, которые там замкнулись, и все. Ладно, теперь второй вариант. Второй класс уже идет, когда человеку говорят, слышь, человек, а есть такая штука, есть такое понятие, как ты можешь освободиться от этого. Ну, человек говорит, окей, все ясно. Он говорит, ты страдаешь. Он говорит, я страдаю. Да нет, это, говорит, у меня привычный уровень моей жизни. Он так не говорит, это кто-то ему может сказать, потому что он не понимает, что у него есть проблемы. Это привычно для него. Он боится, он ходит, кривляется, где-то там злится, где-то особенно на близких, да, мы отвязываемся. Где-то эгоизм проявляет, особенно на младших или слабейших. Вот. И что получается? А получается дальше, что вот ему говорят, слышь, у тебя проблемы. Он такой подумал, ему рассказали, вот такие проблемы, да. А ему потом говорят, слышь, а может быть так, что ты можешь решить эти проблемы? Он как? А ему говорят, вот смотри, я и не я, дуализм. И его направляют на путь, это называется такое вот это самое, там, по писанному. И вот тут человек должен упражняться. Я не я, чтобы понять этот дуализм, что дуализм является причиной всех проблем. То есть, получается так, что, как мы уже говорили, да, разница между неуверенностью и страхом, вот так вот идет у нас, где она идет. Вот здесь вот неуверенность, вот здесь, вот так вот, здесь ужас. Ужас. А здесь всего лишь неуверенность. Не. Слово не здесь не. И вот где как бы та грань, на которой находится человек. Каждый может себе решать сам. То есть вот один живет вот более-менее так сомневается в чем-то, как обычный человек. А кто-то живет на уровне постоянной измены. То есть у него... Постоянно появляются какие-то проблемы. И в то же самое время люди не понимают, что они существа, которые воспринимают все эти эмоции от других людей. Поэтому они не понимают этого взаимоотношений. И поэтому вот и получается такая белая полоса, черная полоса, белая полоса, черная. Но никогда человек не выходит на уровень нулевой, когда у него ноль сомнений. Это для людей невозможно. Говорит, это какой-то дурачок должен быть, отсутствие страха. Да ты под машину попадешь, просто-напросто. Они не понимают, что отсутствие сомнений каких-либо возможно только тогда, когда у человека сознательно, когда он полон внимания потом, ко всему этому миру, когда он не уходит в нея. Вот. И тогда это самое, ему говорят, вот есть такая штука. И он должен упражняться. Я не я. Пока не додумается. Это много литературы на Востоке есть по этому поводу, все такое. Вот. Но освободиться от этого «я не я» очень сложно в этом мире, потому что его, этот наш мир захватила наука, официальный институт научный, сети свои распространил, наука психологии это вообще такая цыганщина, вообще полная цыганщина, там, которая в Википедии, даже если посмотреть, внимательно поизучать, то психология не знает, что такое мысль, не знает, что такое сознание, не знает, что такое «я». Может быть, тысячу там каких-то мнений, но так говорят, единого научного мнения не существует. Каждый себе кто куда лезет. Они не понимают, они не знают, потому что они ограничены своей материальностью. То есть, понимаете, материальностью. Я – это тело. Все. И даже когда спрашиваешь у человека, то говорит, я думаю. Да, ты думаешь. А как же ты думаешь? У тебя, ты мыслями думаешь? Да, а что такое мысль?
Много-много говорить можно. Можно в Википедии посмотреть, они читают. И что же там они увидят? Ну, в конце говорит, ну, никто так не знает, что такое сознание, что такое мысль. Ну, не можем мы сказать, что мысль – это информация. Они не могут признаться, что мысль является информацией. Почему? Потому что любая информация, как мы знаем, потому что мы современные люди, компьютеры у всех есть, имеет свой вес, имеет свои гигабайты, свою материальность. То есть передача данных через пространство требует энергетических затрат, а значит мысль есть информация. Информация является материальным, таким этим самым, обычной компьютерной информацией. А вот мысль, они не могут этого сказать. Потому что если бы они сказали, что мысль является информацией, то мысль должна иметь свои мегабайты. А так как мегабайтов, они не могут их померить, то они даже не соизволят теоретическую науку такую создать, потому что боятся, что они соединятся с полным мирозданием. Им придется включить религию в свои, так сказать, мир познания. Они не могут, потому что у них, ну, они кастрировали сами себя когда-то, просто из-за того, чтобы вот построить мир ремесленников, то есть мир материальный, мир, то есть денег, мир капиталистический, в котором мы живем. Вот так это вся такая полная взаимосвязь. И это все не дает им просто-напросто взглянуть на возможность пересмотра своих позиций. Это материалистическая позиция, где застряли миллиарды людей, может меньше, там, чем 8 миллиардов. Есть процент, который все-таки в тех странах, которые закрыты от этого мраковесия материального, где роботы ходят, такие биороботы. Вот. Но, к сожалению, невозможно. И средства массовой информации, и все такое, они все поддерживают эту концепцию личного эгоизма. И можно так сказать, что этот мир, мир идеалом, который является эгоизм. Хотя они не хотят, культ личности говорят плохо, но то же самое на бытовом уровне они поддерживают это. Культ личности, то есть свобода личности, это значит обособленность. Вот эта обособленность говорит о том, что существует еще какая-то обособленность, но эта обособленность уже не я. Вот. Ну и вот такие проблемы возникают. Но мы все-таки должны дойти до того, чтобы подумать о том, как бы нам вот, углубиться в момент, когда мы можем словами обрисовать состояние. Я уже говорил вам, да, что вот когда я что-то вижу, это я. Это мое. Я, а это значит мое. Давайте посклоняем играться словами. Значит, я, мое. Мое. По-русски уже начинаю тормозить, писать. Я мое. Теперь еще дальше. Что еще обозначает я? Вот я говорю, у меня. Это тоже есть я. У меня продолжаем. Я говорю, у меня. Еще какие там? Очень много. Мне. А? Мне. Мое, мне, у меня. Все, что касается это самое, даже если я говорю твое, это больше похоже тогда на внушение. Твое имя. Как это звучит? Твое имя. Это значит не мое, а твое. Ну, если я говорю, это мое, твое, то есть, понимаете, смысл вот этих всех слов, я, мое, твое, теряется в этом. Человек даже может перестать говорить я вообще, если целью задастся, потому что когда видит, ну, отсутствие какого-то смысла того, что говорит. Просто для того, чтобы коммуникация была с другими людьми, да, то есть те, которые живут в я, не я, тогда можно, ну, можно говорить мое, я, это... Так, транслейт такое, общедоступное для них, и ты знаешь их язык, поэтому говоришь на их языке. А твой язык может не иметь слова «я» вообще. Ну, наверное, если группа людей будет избавлена от «я», «не я», тогда, если они что-то вместе делают, это уже нужно, чтобы было на телепатическом уровне, чтобы они понимали друг друга. Ну вот, это и есть, наверное, та телепатия, которая возможна. Почему нет? Тогда два человека, не ограничены между собой, если... Это я, и ты также видишь я. Мы что-то делаем, мы чувствуем, что делаем. У нас нет барьера, забора, через который... Эй, Майя, а что там это самое? Как там у нас дела? О, все хорошо. А ты можешь открутить эту гаечку? Да. А можешь подключить эту USB-шечку, ОБС, там что-нибудь еще? То есть, вот, когда отсутствует я и не я, тогда появляется то, что называется что? Телепатия. Это называется вообще, да, для людей, это немыслимо. Почему? Потому что они ограничены.
Что у них еще может появиться? У них появится полная возможность внушения у таких людей. Может, из-за этого это науки тайные, тайная магия такая считается, да? Почему имя Бога Яхва и Иегова нельзя говорить вслух? Почему Джаганат, существует Джаганат, мы были в Пуре, да? Были в Пуре, а там Джаганат, и прямо все молятся, эту колесницу тянут, этого человека, такое огромное колесо, толпа просто-напросто беснуется там все. Это во имя чего? Во имя кого? Во имя этой сущности, которая... Джа – это я, если перевести. Джа – я. И вот они восхваляют этот образ, как святого его. И Иеговы – эго. То же самое. Бог – это. Вот, это концепт, эта программа и является тем самым Богом, который люди называют. Это Бог. Оно, это может быть внутреннее состояние каждого человека. А может быть Яхве. Яхве. Я. Я. Высшее Я. То, которое не имеет ни Я. Это представьте себе царя какого-то, который, ну, просто не привык, что ему перечили вообще, да? Он идет так, и что хочет, говорить так, вот это вот нужно сделать, это все сделать, это все сделать, а все такие охреневшие. А ведь они всю жизнь привыкли к тому, что они там, а вот это нельзя сделать, а вот это нельзя, потому что у них есть вот это ограничение свое, вот только вышли, им по рукам надавали. А здесь человек делает все, что хочет. Кто-то что-то сказал, и он свою точку зрения сказал. Люди становятся свободными, поистине свободными, когда теряют... Вот это ограничение, этот груз, который тяжкий груз, который висит у них в мозгах, что существует не я. Я как, нет, я вообще как здравый человек, я понимаю, что вы все индивидуальные существа. Или нет? Существа нормальные индивидуальные. Вот особенно Катя-то. Смотри на нее, она вся вот индивидуальная, как есть. Вот. Но в то же самое время я тоже понимаю, что у нас общее сознание. Сознание неограниченное начало. И в то же самое время есть индивидуальное какое-то сознание, личная библиотека знаний, личный комплекс такой. Но нас соединяет вот это общее пространство, интернетовое, биологическое, будем так говорить. И вот смысл всего того, чего я говорю, это заставить вас задуматься над тем, что будет, если не я перестанет существовать. Если мы взглянем на это все, каждый день будем замечать, что не я нет. Наоборот, сделаем так, что все наши чувства являются я, нашими, мое, мои чувства. А значит, что если глазами я вижу, и ты видишь, то это ты. Если слышишь, то все, что ты видишь и слышишь, это ты. Ну и тогда и смысл разговора пропадает, как бы, я уже не должен буду что-то описывать, если мы друг друга понимаем таким вот образом. Все. Это конец, это уже дальше идет только познание там виртуальных бесконечностей образов, да? То есть, когда там во снах ты можешь уже моделировать, становишься без ограничений, понимаешь, сознательно идешь в сон, и там уже начинаешь жить просто-напросто так же, как и здесь. Только там ты уже понимаешь, что... Тебе все подвластно, ты так делаешь, пэк, и все появляется у тебя там. Здесь мы ограничены своими материальными какими-то программами материальными, и поэтому не можем. Но что мы можем? Это мы можем потерять вот это свою обособленность. Каким образом? С помощью осознания того, что все, что видит, все, что вижу, все, что слышу, это я. Вот и все. Вот такая тема. Ну, естественно, нужно как бы держать этот уровень, да, допустим. Кто понял, что я говорю? Кроме меня, да? То есть, Надюш, ты реально понимаешь меня? Да. Моя ты умница. Вот учитесь, ребятушки, понимаете, маленькая девочка при определенном уровне вот это самое взаимодействия, желания, понимания, понимает. Это можно как бы... Даже под науку подвести. Наука понимания. Наука прямого понимания. То есть наука прямое понимание возникает только тогда, когда человек перестает себя чувствовать. Отделять себя. Что он какой-то это сам. Вот. И практика. Выходим на улицы и, так сказать, идем и смотрим. Заключили мы от не я. Значит, ну... Опять нужно
восполнить свою это самое, память, обратно вернуться. Это не просто так вот так сразу раз, как говорится, сделал. Нет, мы много-много лет жили и нас приучали вот к этой животной жизни я и не я. Ну все понятно, да? Как бы. То есть я не я, нафиг нужно. То есть мы должны стремиться к тому, что мы разумные существа и понимаем, что у нас есть наше физическое тело. То есть мы этот барьер пока в этом классе не перескакиваем. Вот. Возможно, когда-то там, где-то вдалеке, существуют какие-то муки, которые можно преодолеть. Сейчас об этом не будем говорить, потому что ну, нет таких идеалов, которые бы там, много сказок рассказывают, но мы будем всегда реалистами, полнейшими реалистами. И нашей главной целью и задачей является просто-напросто укрепить отсутствие смысла отделять себя от этого мира. То есть фактически хорошая мысль появилась, что мы вот этим отделением себя «я, не я» отделяем себя от мира, от всего мира. Мы – это наше тело, все. А остальной мир – это враждебный какой-то такой, охрененный такой, разное там действует, все такое. Нет. Наша магия вся – это единственное, это понимание. Понимание смысла того, чем является я. Что наши чувства – это мы. Органы слуха, осязания – кушаем мы. Представьте себе, как можно кушать. Ты кушаешь, чувствуешь вкус и кайфуешь от этого, вообще просто-напросто кайфуешь. А не сидишь, в рот запихиваешь что-то, а у тебя в голове еще крутится какие-то, какая-то это самое крутится. Или ты музыку слушаешь, а у тебя в голове крутится, что-то играет там, где-то что-то играет. А как классно, когда ты каждый звук переживаешь. И оно там тебе, ах, как здорово, вот эта эйфория, кайф. Понимаете, как можно жить? Как можно радоваться этой жизни? Или не радоваться? Зачем это радоваться только? Мы можем не радоваться, мы можем нормальными быть, не обязательно там постоянно смеяться. Но я хотел бы, чтобы ваш смех все время звучал здесь. Из-за того, что вы так вот, такие вот, что вам хорошо. Ну, смех это, как сказать... Это. Ну и, естественно, нужно научиться смеяться над проявлениями вот этого крайнего эгоизма. Все, что говорят, что существует эгоизм, эгоизм заключается в самой системе материалистической, научной. Будем подпрыгнем сейчас в психологию, потому что, ну как бы, философия и психология, да, современная. Так вот, там нет никакого консенсуса, там сами цыгане сидят, одни цыгане, которые каждый по-своему что-то мелит, вот. Всех их цитируют вместе, там такой бардак, и все они вместе создают кабинеты, получают, деньги получают. Только за то, что они вот успокаивают вот таких не я, рассказывая им, что нужно делать с другими не я, как с ними нужно обходиться. И там тысячи таких советов, только он закончил книжку какую-то прочитал, психологам печать поставили, и он уже приходит и тут всем рассказывает эти все сказки о том, как нужно, а себе он помочь не может. А решение всех проблем – это понимание. Понимание! Вот такое. И на этом закончим это самое. То есть понимание вот этого – это главное. Мы – это то, что чувствует, видит, слышит. И все, что мы видим, слышим, чувствуем – это мы есть, это наше. Все. Ну и укреплять это нужно каждый день, вспоминая чуть-чуть хотя бы об этом. Когда ты на кого-то злишься или это самое, приходишь к маме, допустим, мама там затупила чуть-чуть или что-то там, это самое, ты приходишь, тебе говно скипает, она это говно тебе еще подогревает снизу своим эгоизмом, не я так, зажигалку. И вот она старается это подстрикнуть, а ты смотришь на нее, это я. Ну и ты в любой момент можешь остановиться, пройти с другого конца, можешь изменить это все. А она не может, она уже в роли. Она в роли «я не я». Поэтому вот нужно этим пользоваться, этим преимуществом и тренироваться. Ну иначе никак. Это тоже школа. Школа понимания. Тут еще на тему смеха. Откуда смех взялся? Это ж когда давным-давно жили люди, когда что-то страшное зашелестело, а там оказался зайчик выскакивает. Все такие, фу, все нормально, и засмеялись. Значит, это такое как бы показание, что все нормально, все хорошо. И сейчас, переходя на тему «я не я», если вот и что-то есть, и ты принимаешь это за свое, значит... Нет даже повода, чтобы смеяться. Как смеяться, если это просто твое? Ну, оно тупое, ну, оно такое, ну, это твое. Это нормально. Так как тогда смеяться? Ну, вот как смеются девчонки. Вот Анечка смеется. Она единственная сказала, что она не понимает. Поэтому она
просто смеется. Если в школе, вы знаете, да, в школе, помните все, как много людей, дети так берут и делают. То есть они поддерживают групповой смех, ну, все вместе. Как ты помнишь еще это? Как ты смеешься? Ну, то есть, да, реально, ну, как бы, смеяться смысла нет. То есть выражать вообще какую-либо эмоциональность в состоянии, когда тебе все ясно, просто нет смысла, потому что это эмоциональное состояние, которое, ну, эту ясность как бы может как бы нарушить, что ли. Но если ты человек сознательный и самостоятельно сделаешь себе такую установку, что смех – это хорошо, ты можешь учиться смеяться, ну, ну, сначала, может быть, над Катей посмеяться так. Ха-ха-ха-ха. Катька там затупила, да, там, ха-ха-ха-ха-ха. Потом над собой, когда уже уровень твой, могучести твоего «я» поднимается такого, ты так можешь над собой смеяться, когда затупишь. Когда ты перед миской, тележиком начинаешь хвататься там, или считать эти самые, или вытаскивать. Ну, вот, это все, как бы, все в твоих руках. Так что смех – это очень хорошо. Смех – это, прежде всего, ну, зависит от твоей коммуникации в этом мире. То есть, если ты будешь много смеяться, то люди вокруг тебя тоже будут смеяться. Тебе же хочется, чтобы все смеялись. Ты их можешь смешить таким образом, если научишься сама. Смеяться от всей души, от всей своей бесконечной души. Проявление смеха – это же хорошо. То есть, это положительная эмоция. Так нужно не лишать себя вообще полностью эмоций. Не в этом речь. Нужно их использовать. Это же хорошо. Эмоция желания – это же это эмоция жизни. С помощью желания мы можем будущее свое создавать таким образом. Значит, вот берем, включаем музыку. Беру Катю, танцую, ну, короче, балуемся, играем, улыбаемся, нам хорошо, и как бы это состояние делаем, и начинаем смеяться. А, и это нормально, просто смеяться чисто от, ну, радости. А вот над человеком как смеяться? Когда нет, не я, когда ты эгоизм, ты боишься смеяться над людьми. Когда ты эгоизм, ты или же твой эгоизм настолько силен, что ты их можешь обижать, там, насмехаться над ними с высоты, или же ты будешь бояться этого делать, если кто-то тебя когда-то обломит, да, такой вот раз, и у тебя фобия появится смеяться над другими эгоизмами. Твое я смеялось над чем-то не я, и это не я тебе просто щелбан дало так в лоб, наехало на тебя, и ты на всю жизнь перестала смеяться над другими не я. Теперь задаешь вопрос, а как же это сделать? И вот проблема, что у тебя фобия осталась, и теперь ты, когда входишь в какие-то взаимодействия с другими не я, ты этого делать не можешь. А тебе нужно подходить ко всему миру без понимания не я. И тогда ты можешь тогда что хочешь делать. Тогда ты себе позволяешь смеяться над маленькими детьми? Позволяешь. Позволяешь. Значит, ты чувствуешь уверенность, силу, веру в том, что ты безопасна. А вот здесь взаимоотношения с другими не я, с улицы, ты себе этого не позволишь. Потому что у тебя нету понятия чувств своих. Видишь человека и тогда так, и смеешься. Тогда появляется, что его проблемы, этого не я, тебя не интересует, если ты уйдешь от не я. Ты вольна в своих этих самых. Представьте себе самого совершенного актера. Самый совершенный актер. У вас сейчас есть программа, каждая внутренняя. Вспоминаем программу, когда Катеньке сказали подойти к зеркалу и поговорить со своим отражением. Ее программа четко знала, что с отражением говорить нельзя. Тем более она олицетворяла свое отражение со своим «я». И она не позволит, чтобы кто-то наезжал на это «я». И она отказывалась, она в отказ ушла. У нее программа, это робот запрограммированный. Она не является неограниченным существом, которое может реализовать любой бздик или же не реализовать его, то есть по своему собственному желанию. Есть на понятие «воля». В польском языке есть такое «я воля», так? «Я желаю». Вот. Если царственная особа «я желаю», то она «я воля». Вот так, чтобы было. Все. И это закон. И вот здесь уже описываем, как можно жить
в этом мире таким образом. А здесь уже ваше воображение. Мы что делаем? Поем, танцуем, играем, физически развиваемся. Вот, у нас остается практика, просто повседневная жизнь, когда выходим. Вы многие замечаете, что я много зацепляю разных людей. Кто-то видел, как я цепляю? Просто любого человека беру и там начинаю заговаривать. Да? На почте, да? Просто что делать? Мы, это все я. Ну и пусть это будет так. Почему я должен стоять вот так, как все, так, я не я. Я вот так, я огородился, а тут все не я. Нет. Поэтому я коммуникацию делаю. Правильно? Это же все мое. Это моя практика. Могу станцевать, если умею. Могу спеть, если умею. Так вот, если бы вы умели петь и танцевать, вы бы могли петь и танцевать на улице, посреди площади всей. А я просто делал бы эти самые витюшники. И все бы так, набирали этих самых, как они там, лайки набирали. Ну, нифига себе, смотри, как они умеют там. Среди людей они бы удивляли все люди. Это образ рисую. Как может быть, не я, убрав не я, можно жить. Как можно творить. Вот тогда появляется слово такое, творчество. То есть вы уже не будете потребителями. Ваше «я» потребляет контент тех, кто не «я» в интернете. Вы же смотрите на «не я», да? И все, что они творят. Так вот, вам станет в основном неинтересно, что творят «не я», если они не находятся на той позиции, что и вы. Вот когда вы встретите такого человека, который тоже считает, что его чувственный мир, вы поймете это сразу. И тогда у вас это вызовет восхищение, естественно. Потому что единственный идеал – это вот эта воля бесконечная. Ваша личная воля, которая вот с органами чувств связана со всем. Так это выглядит. Ну а тогда, если ты поставишь цель научиться смеяться над другими просто-напросто, тебе сначала нужно выйти из этого состояния. Сначала нужно потренировать себя, свои слабые места. Миска твоя там особенно... Болевые. Оставь мою миску в покое. Нет, только на болевые точки нажимаем. Вот, когда перестанет жидкость появляться в глазах, когда эгоизм ущемленный, потому что на него наехал, видите ли, другой эгоизм, который, в принципе, ни на кого не наезжает, а просто играется, творит свою жизнь и творит вокруг себя, пытается лепить из пластилина все, что было. Вот. Ну, в общем, вот так. То есть переходим на другой уровень творчества. А здесь уже включаем смех, радость, позитивные эмоции, желания включаем в работу. Злость включаем. Почему нет? Это все, что мы есть. Инструменты для жизни. Единственное плохое, наверное, зависть и ревность. Да? Хреновая тема. Зависть, у того есть, а у меня нет. Зависть это вот только, возможно, вот только когда я не я. У «я» нет машины, как у «не я». Зависть, или у него нет денег. У какого-то этого олигарха там деньги, он гад, имеет много денег. Вот. Поэтому зависть, это эмоция, так можно сказать, от этого тоже, как и эгоизм. То есть существует у всех эмоций оборотная сторона. Шопоголики, которые бегают и деньги тратят только чтобы потратить, только вот у них это болезнь. Но это тоже. «Я» хочет тряпок, которые не я, не у нее, не у него. А потом они их покупают, и покупают, и покупают, и все тащат, и это никогда не кончится, потому что это болезнь. Так же, как игромания. Когда человек играет, соединяется с этим миром, не я, и погрязает в нем вот это, олицетворяя себя с не я, я не я, вот там, уходит туда. Иллюзорный, то же самое. Люди готовы за игру мать родную продать. Или ее обозвать плохими словами, или накричать, когда кто-то не дает, или еще что-то. То есть это все проблемы. Проблема привязанности к эмоциям, к программе своей личных реакций. Все? Все устали? Да.